они снимают кино, а я снимаю их. Так, вот где действие основное. Так, вот девушка пошла. Вот ее все снимают. А, кто-то побежал. Вон главный герой. А, он что-то покупает в этом киоске. Вот. Вот он. В белой рубашке и в галстуке. И побежал дальше. Так. Ага, сейчас опять будут бежать, опять будут снимать, переделывать. Ну, особо не огораживают, народ ходит. So people can move straight, but just once the withdrawal is a little... It's up here to straight. You just can't lock it. Yeah, I know. You gotta pick your battles. Yeah. Okay, we're cutting! Sir, can you just keep moving, please? Thanks. Ага, вот он, этот в белой рубашке. Это который как бы главный герой. Ну, вообще, скажем так, температура сейчас на улице 3-4 градуса, тепла. Но сильный северный ветер, холодный. Стоять тут никакого удовольствия на ветру. Сейчас я, наверное, уйду. Тут долго они копошатся. А, кстати, уже и света, наверное, нету снимать нормального. Так, раздевается. Сейчас он будет бежать. Значит, вот этот огромный мужчина в белой рубашке, с черным галстуком, в пиджаке. Вот он в этом эпизоде главный. Сейчас будет показывать свое искусство. Вот он побежал. Вот он бежит. И должен добежать до ларька и что-то там вроде как купить. Но так как ларька нам не видно, то все, потому что ждать у них дублей долго. Все, спасибо вам за внимание. А вот этот вот девушка стоит тут, отгораживает, и еще парень помогает, попросили меня оттуда уйти.